Пообещали в мэрии Челябинск разобраться и с грязью на тротуарах. На черноту людей просят жаловаться в районной администрации и управление благоустройством. На нарушителей будут составлены протоколы, а затем назначены штрафы. За неубранный мусор ответить придется центральному району. У мемориала «Золотая гора» свалка из мешков и коробок вместе с елками, которые не удалось продать на Новый год. Об этом стало известно сразу после праздников. В мэрии пообещали свалку убрать. В итоге деревья вывезли, а вот мусор все еще на месте. Вот так сейчас выглядит территория у мемориала. О том, что здесь были свалены новогодние деревья, сейчас напоминают только обломки веток. А вот строительный мусор лежит почти месяц. Проконтролировать вывоз отходов должна была администрация центрального района. Подрядчика наняли, но работу он просто не доделал. Это, скорее всего, единичный случай, и он связан с ответственностью подрядчиков, потому что ну, любая нормальная организация, если едет убирать какое-то место, да, приводить его в порядок, ну, понятно, что надо собрать все. И в данном случае надо было убрать и бытовой мусор. Но придется им приехать и убрать. С другой стороны, почему своевременно не был осуществлен контроль со стороны ответственных лиц, но мы со своей стороны Евгению Николаевичу об этом доложим. Напомню, о кладбище елей и сосен после новогодних праздников сообщили жители Челябинска. В администрации города тогда пообещали все деревья убрать. Их увезли в зоопарк. Там хвоя нужна на корм для животных и подстил в вольерах.